Если вчера мы были в ресторане для людей богатых, для обеспеченных, то сейчас мы идем в ресторан для среднего класса. Ну, то есть кафе среднего класса. И вот вы видите уже людей, которые сидят в кафешках, отдыхают. Вот такое кафе среднего класса. У нас здесь будет ужин. Мы пришли в ресторанчик, и нам показали повара, которая готовила нам суп. Thank you very much. Thank you. Obrigada. Так. Тема быков всегда раскрывается на экране. Возможно, висят какие-то быки. Ага. И вот режут хамончик здесь. Тут он называется presunto. Наше кафе для среднего класса постепенно наполняется людьми. Мужики за окошком смотрят футбол. Вот нам уже принесли тарелочки такие красивые, фарфоровые. Нам принесли уже маслиночки. Маслинки выращены здесь и домашние. Картошечка с ананасами, с колбасками, а это салатик. Поселке или в городке, где мы сейчас находимся, в субботний вечер маленькая тусня. Кроме променада лошадей, здесь есть сцена, но пока почему-то никто не выступает. И молодежь, которая веселится. Сейчас 1 час ночи, и народ оживает, потому что днем сиеста, все спят, а вечером все оживают. Soltera se va a quedar, soltera se va a quedar, soltera se va a quedar, soltera se va a quedar. Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento. Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento. Или что за вечеринка? Мирослава выяснила. Один год годовщина этому пабу. Один год этому пабу. Ты
Ну, вот этому пабу есть один год. Да, народ веселится. Porque no lo visto caminando solo, solo por mi vida. Obrigado. Gracias. Короче, если бы не я, то не было бы гриля. Express your opinion. Собака на борту.